Местные жители рассказывают, раньше на этой улице располагались колонки, из которых брали воду жители двухэтажных бараков. Потом колонки убрали, а труба осталась, ее-то и прорвало сегодня днем. В итоге ближайшие остановки на улице Советская оказались затоплены. Под воду ушли и трамвайные рельсы, и люди оказались отрезаны от общественного транспорта. На место ЧП немедленно выехали самарские коммунальные системы. Уже вода ушла, они откачали, здесь уже приезжало несколько машин, сзади нас стоит автомобиль конкретный, уже полегче стало. Выяснилось, прорвало трубу диаметром 300 миллиметров. Рабочие приступили к устранению аварии. Воду откачали с помощью спецтехники. Сейчас ведется поиск места прорыва. Пока никаких прогнозов, когда работа полностью завершатся, специалисты не дают. К сожалению, прогнозы сделать нельзя. То есть вот, ну, невозможно, потому что там в земле может оказаться все, что угодно, и какие-то еще инженерные коммуникации. Вдруг придется вручную копать. Сразу после коммунальной аварии водоснабжение во всех жилых зданиях поблизости отключили, но сейчас оно восстановлено. Мы будем следить за развитием событий. Мария Левина, Никита Борисов, Николай Епифанов. События.